Привет, друзья. Это я с юмором сейчас. Я привык уже к тому, что мне пишут, что я гений. Но я вам скажу, это юмор. Почему? Потому что я вам скажу такую историю. Первый раз меня гением назвали, когда я был совсем маленький. И вот как это произошло. Это довольно-таки юмористическая история. Я был совсем маленький, и мы жили с соседями. Дядь Мирза Магомедов, тетя Наида. Дядь Мирза был хирургом, тетя Наида была кожником, да, врачом, дерматологом. Это очень достойные люди были, они всегда в моем сердце, светлой им памяти. И вот их доченька Мила, Талмида Магомедова, она, значит, когда я был совсем маленький, я пожаловался маме, что меня Милка назвала гигиеной. И мама спросила: «Мила, зачем ты так Хасайчика назвала гигиеной?» Она говорит: «Да не гигиеной я его назвала, а гением». Сейчас мы дружим с Милой, как всегда. И с ее доченькой Инарой Мирзаметовой. Я им передаю мои приветы и пожелания здоровья и счастья. Прекрасные люди, мои друзья. Как я горжусь, что у меня были такие соседи. Да, до встречи.